Красная площадь Чебоксар на несколько часов превратилась в сказочный бульвар. Чудеса здесь поджидали горожан на каждом шагу. Уроки от мастеров фигурного катания, необычное шоу от повелителей огня и долгожданная встреча с самым настоящим Дедом Морозом. Новогодний праздник чебоксарцы отметили с большим размахом. В этом убедились и наши корреспонденты. 20-градусные морозы не испугали горожан. Главных героев этого вечера на Красной площади встретили несколько сотен человек. Один взмах волшебного посоха и вечернее небо на чувашской столице озаряют фейерверки. Яркую палитру новогоднего торжества дополняли громкие овации гостей. У самой нарядной елки столицы взрослые дети встали в один большой хоровод. Песня, конечно же, новогодняя. Слова и мотивы знакомы всем с детства. Не подпевать им просто невозможно. На Красной площади в этот день работало более 10 творческих площадок. На одной из них лучшие фигуристы города учили горожан танцевать прямо на льду вальсы танго. По-настоящему жаркое шоу устроили для гостей мастера огненной стихии. Горящие факелы – фишка виртуозных трюков. За этими номерами чебоксарцы наблюдали с неподдельным удивлением. Сказочный бульвар был полон чудес. В этот вечер распахнула свои двери резиденция Деда Мороза. Главный волшебник встретил первых маленьких гостей. Мешок с подарками для детей пустел на глазах. По традиции доставались они только тем, кто прочитает стих или споет песню. Из лесу елочку взяли мы домой. Молодец, следующий. Резиденция в этом году стала просторнее. За раз она может принять более 30 человек. Каждый здесь может загадать свое заветное желание. Оно исполнится, обещают здесь. Достаточно только сесть на волшебный сундук. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.